И напоследок хорошая новость. На днях одна из старейших жительниц Видного, Нина Александровна Каймина, отметила, пусть и не юбилей, но очень красивую дату – 99 лет со дня рождения. В далеком 1939 году Нина Александровна окончила школу и выбрала профессию учителя. Долгие годы она преподавала историю в первой школе города Видное. Вместе с ней работал и ее супруг Василий Константинович. «Я очень любила свою работу и всегда говорила, что профессию учителя – не променяла бы ни на какую другую», призналась нам по телефону Нина Александровна. Но и кроме работы ей есть чем гордиться. У нее трое детей, трое внуков и трое правнуков. Желаем Нине Александровне здоровья и бодрости духа.